Сегодня российский непобежденный боец Алиасхаб Хизриев попытал счастье в шоу Дана Вайт Contender Series и поборолся за контракт в лучшем промоушене мира. Давай посмотрим, как это было, ставь лайк и погнали. Битва сразу стартовала с разменов. Джентльмены пришли сюда, чтобы заявить о себе, и потому времени на разведку тратить не собираются. Алиасхаб пропустил лоу-кик и воспользовался этим сполна, переведя соперника в партер. Бразил быстро поднялся, но Хизриев снова затянул его в бездну борьбы. Легко зашел за спину, растянул и задушил. Вот и все, 50 секунд и дело сделано. Конечно, такая победа была возможна только благодаря тяжелой работе и подготовке. И самое главное, что это сработало, Алиасхаб получил контракт с UFC. Вот как это было. Начнем с Хизриева. Этот парень не проигрывал, у него 13 побед. Ты был хорош, лучше и быть не могло. Ты сегодня сделал все максимально круто. Мне больше нечего сказать об этом парне, он просто обязан быть в UFC. Congratulations, Алиасхаб Хизриев. Поздравляем Алиасхаба с этим достижением. И будем надеяться, что каждый его бой будет так же крут, как сегодняшний. Это канал It's Time, меня зовут Иван Неумин. Спасибо за твой лайк и подписку. Пока.